Так, Катя, где мы сегодня? Мы сегодня на Азатском водохранилище. Устраиваем фотосессию с прекрасным фотографом Антоном Синко. Спасибо. Так, вот Илья у нас уже разведывает путь вперед. Мы собираемся сегодня посетить в ущелье Гарни, розовое ущелье некое. Вот там вот розовые горы начинаются, посмотрим. Впервые здесь, по крайней мере, я. Посмотрим, какая красота. Вот. Мне кажется, там. Там? Давай сразу. Не надо. Чего передеваться-то, ну? И так все хорошо. Вот такие виды потрясные. Такое каменюка. Здесь разрушенный мостик. Мы, короче, на дне. Мы на дне. На дне Азатского водохранилища, которое высыхает. Точнее, воду сбрасывают. И здесь очень мало воды остается. Вот такая красота. Можно только в ноябре здесь увидеть такую красоту. Включая этот мост. Да-да-да. Так, в общем, импровизированная фотосессия в ущелье Гарни. Вот такая красота здесь. Всего где-то 40 минут на автомобиле от Еревана. И ты попадаешь в другой мир. Только уже пока не гигантский. Что? Армянский питон? В общем, Илья сказал, что здесь есть змеи, но все-таки сейчас ноябрь, и я надеюсь, что они все спят, и у них уже зима. Как тебе сказать? Мы тут недавно, вон там заповедники были, они не спали. Ну, то есть, в смысле, они кого-то доедали? Они обычно не питаются. Людьми? Людьми, да. Обычно? Обычно, мне нравится, что он говорит «обычно». Вот, хорошо путешествовать с добрыми людьми. Я сниму коротенькое видео. Мы немножко прошли пешком. Пейзаж сменился. Жарко. Да, жарко, это хорошо. Вот у нас тут какое, 6 ноября, по-моему, сегодня. Вот, мы все еще идем. Вперед. Так, Катя и гора. Как правильно принять позу на склоне? Мастер-класс. Берем волосы сюда, голову сюда, а ручки хаотично. Разбрасываем в разные стороны. Да, естественно. Да. Вот. Каждый может снять осенний портрет в парке Еревана. А попробуйте снять его в глубине Азатского ущелья. В лесу. Около реки. Да, да, да. Совсем другое дело. Вообще. Всего 1,5 часа пешком, и портрет всего лишь на фоне осенней листвы у вас есть. Абсолютно другой вид. Так, как просто и легко провести фотосессию в горах? Не бояться высоты. Вот. Любить экстрим. Любить Армению. Всем сердцем. Да. И тогда у вас будет награду вот такой вид. Так, к сожалению, здесь огромное количество работы для грин-грина. То есть на всем пути пешего маршрута вдоль речки, название которой я посмотрю чуть позже, возможно, Азат, скорее всего, так и есть, находится много мусора, к сожалению, вот, который необходимо убирать. И вот даже вот там, вот мы видно здесь вот, огромное количество мусора. Надеюсь, что когда-нибудь кто-нибудь доберется. Закат на реке Азат. Рядом с Азатским водохранилищем. Вот, спасибо Кате и Илье. Вот они там машут ручкой. Красавчики. Так, вот у нас тут ребятки, все, больше не будем их снимать. Это мы, называется, закончили фотосессию.
Вот сегодня у нас три образа и несколько разных локаций в очень красивом месте. Вот Азатское ущелье, закат, Армения, 2023 год. Вот как надо мыть ноги. Мастер-класс. Все, красота. Ура, чистый. Так. Все, мы закончили, дошли до места, точки сбора. Вот. Так выглядит в ноябре Азатское водохранилище. Там есть вода, но очень низкий, маленький уровень воды. Вот, летом здесь везде вода. Очень сильно поднимается. Вот, на сегодня мы закончили. Та-дам!